Всем привет! Цветет у меня вот такая вот микропера растрата, подглядела. Покупала я ее в прошлом году у нашего дядечки с природниками в марте. То есть она у меня чуть больше года, год и 3 месяца примерно, да. Вот он приезжал в 3-м месяце, в 6-м приезжает, вот так вот обычно раз в 3 месяца. Вчера я к нему ездила, сделала небольшое видео, попозже выложу. Кому интересно, смотрите. Это природная орхидея раньше. Это был, по-моему, айридис. Но потом, изучив, да, у них, может быть, габитус и похожий, но цветочки у них разные. Ее переименовали в микропера. Сидит она мне в таком вот глиняном горшочке. Я только что поливала, замачивала. Вообще-то она не должна пересыхать, так как она растет, где у нас, в лесах, которые постоянно влажные, в теплые леса, да. Ну, в принципе, перенесла мои зимы. Они хоть и были суховатые, но ничего, выжили все. Прохладу, кстати, я уже заметила, растения выдерживают намного легче, чем жару. Особенно если, когда вот летом, да, и ночью жарко, и днем жарко. Им отдыха нету ни днем, ни ночью, тогда совсем плохо становится, конечно. У нее такие интересные цветы. Сейчас. Они, кстати, кверх ногами задраны, вернее, перевернутые, да? То есть вот это вот вверху. Так, на ком бы показать? Давайте вот на этом. Вот видите, вверху вот это вот, это губа. Да, то есть он должен быть наоборот. И губа такая интересная. Так, иди сюда. Она же такая мелкая, будет даже трогать. Она какая-то такая, как... Ну да, это губа. Она даже это, как водочка, что ли, да? Вот издалека этого не видно. Вот не стала бы снимать, я бы не обратила внимания. То есть колонка. Где у нас колонка? Ха-ха. Вот тоже как это все интересно. Но, по-моему, это должно быть наоборот. Вот так вот. Правильно же, там внутри это по линии. В общем, кто знает, расскажите. Ну, правильно, да, это то губа. Ну вот тоже какое интересное строение цветка. А так бы, ну, стоит себе, ух ты, розово цветет. Какая прелесть. Она сейчас не пахнет, но, по-моему, она пахла сиренью. Я, когда она только начинала расцветать, сейчас она ванилью пахнет. Ну надо же, может, я чего-то путаю. Очень такой приятный запах ванили. Вот как твинковый пахнет. Вот сейчас она так пахнет. Может, я что-то просто забыла, чем она пахла. Мне почему-то я слышала сирень. Я еще думала, что вот сиреневая, сиренью пахнет, как интересно. Теперь она пахнет ванилью. Прям такой вот конкретной ванилью. Корешочки, конечно, вот как у Ванды, да, торчат. Но мне это нравится. Здесь в горшке там старые корни. И, в принципе, они как... Чисто ее держат просто в этом горшке. Поэтому у меня надежда вся вот на эти корни. Что, может быть, они сразу так начали расти в сторону, но потом подумали и, может быть, главное тут не пересушивать, чтобы они помнили, знали, куда им нужно расти. В общем, уход у нее такой же, как и за вандами. Сейчас полив каждый день, утром, вечером. Ну и стараться, конечно, не пересушивать. Тут у нас, смотрю, это подгорело.
Но это, наверное, скорее всего, когда она еще в теплице висела. Был у меня такой там казус, подгорели растения.